Начинаем. Первый. Антон, начинаем. Ты в эфире уже. Даша, тебя видно. Ой. Злость. Я. Так, Ульяна, я кого-то сейчас больно. Толстый. Ты толстый. Запишись, можно запишись. Несварение желудка. Да, кто ты поэтому? Не говорите просто, что это просто. Несварение желудка, записали. Жирдяй. Покажи еще раз. Дай еду. Тише, тише. Ты мне живот сделай. Я поняла. Так, да. Ну, в песне. Эй, толстый. Да хватит, просто пишите, не говорите. Второй. Второй. Ты силач. Пиши, хезе. Записали? Записали, третий. Да, не говорите, так лучше будет. Мы же тогда не знаем. Так. Правильно, так дальше. И надо. Так. Передумала! Сам развернул. Ира, ну нечестно так. Ну я сам вот так. Ира, это же не картошка. Ой, позорище ты там. Какой это? Антон, давай. Ветер, ветер, ветер. Ветер, ветер, ты могу. Я тебя сейчас сожру. Дай мне. Иди ко мне. Даша, ну что такое? Наглый, я вот сюда уйду. Правильно. Последнее, что у тебя? Украл хлеб с чесноком. Что записали? Да. Да. Он что, супа? Он супа. Да. Почему он на него не направляет? А его видно в зеркале? Ты опаздываешь? Правильно? Не говори свои варианты. Правильно? Даша, он не имеет права отвечать. Он меня бьет. Ну просто потому что... Я поймаю и все расскажу. Тише, тише. Записали? Что, где, когда? Ну, просто мне на тренировку сегодня. Я понимаю, мне что у тебя еще мне много тоже. Сил. Во сколько тебе? Два. А мне не три. Отвлекайся. А. Это был последний твой жест? Там мой телефон. Вряд ли. Да, мне там написали, я видела. Нет, еще последний. Мы ответим. Так, последний. Составим коллективное письмо. А с каждого по слову. А что мы делаем? Посмотрите на меня. Вот. Я ничего не поняла. А повтори последнее. Я не забыла. Нет. Носочек. Все, он показал достаточно. Все? Все, последний был, да? Да. Переводит так, кто бы не переводил еще. Ну давай Лиза немножко переведет, а потом Женя подхватит. Ладно, я лучше сюда сяду. А то можете посмотреть. Так, сейчас. Так, вы первое. Ты полный. Толстый. Так, Женя, как ты думаешь? Так, несварение желудка. Несварение желудка. Так, ну хорошо, хоть не понос. Словесный. Говори. Не мой. Говори. Он растолстел. Нет, ну почему? Кто я? Что я? Я написала, ты толстый. Да? То есть ты была... Я тоже, у меня в мягкой форме. Ты пухлый. Ты полный. Второй. Второй. Ты силач. Лиза. Силач. Ты сильный. Просто сильный. Женя в революции. Ленин. А кто? Антон так вот кулак держал. Ты в революции. Хорошо. Второе, он силач. Исторических иллюзий, Женя, не надо. Я угадала. Я хочу стейка. Хватит жаловаться, тряпка.
Крепись. Вот видишь эту книгу? Представь, что это... Мы съедим ее еду. Дальше, и третий. Она будет смотреть. Третий. Третий. Так. Баюкай. Лиза? Официант. Официант? То есть ты думаешь, что официант должен двигаться вот так вот, да? А, как ты его знаешь. Пьяный официант корпоратив. В общем, пьяный официант разносит блюдо. А что хотел сказать Антон? Ее надо держать в руках. Ее надо держать в руках? Да. Ну да, ты как бы увел в сторону того, что кто-то уже забеременел. Да, качаю малыша. Это селедка под шубой и угадал. Да. Или ты еще назад что-то показывал. Да, почему я открою? Ее надо держать в руках. Я слишком тяжелая, меня не вот это селедка под шубой. Я понял так, что ты показываешь. Она забеременела. Посмотрите, я так понял. От кого? Кто отец? От меня. Следующий, следующий. Так. Хочу есть. Ну, следующий дальше давай. Давай, следующий вариант. Кушать хочу, не могу. Женя? Украл шаурму. Лиза первый раз усмеялась. Антон, согласен насчет шаурмы? Нет. То есть, снова хот-дог украл? Не могу есть, хочу мороженку. Дайте поесть. Ну, я была близка. Да. Хорошо. Следующий. Я опоздал. Дальше. Чистит картошку. Чистит картошку. У меня тоже чистит картошку. Женя. Папа заставил чистить картошку. Так. Предпоследний. Который часто. Торопиться. Ты попала в точку. То есть, я тороплюсь? Да, опаздываешь. Да, который час. Торопиться, который час? Ты сказала, который час, Лиз? Да. А, ясно. Она угадала. Угу. Она не угадала, она считала с тебя. Чистишь картошку? Убиваешься? Что, снова морковку? Нет. Вопрос. Спички есть?